В Самаре продолжается генеральная уборка. В порядок приводят памятники. Моют в три этапа. Сначала сбивают грязь и пыль водой под высоким давлением. Потом применяют специальный раствор. И финальный штрих наводят лоск. У фонтана на Осипенко несколько памятников, посвященных Дню Победы. Эту композицию защитникам Самары в народе называют «Родина-мать». А вот эта звезда была установлена в честь всех погибших во время Великой Отечественной войны самарцев. Такие банные процедуры памятникам только на пользу. Это не шампунь, это специальное средство Фомин Футур 400, которое является нейтральным по отношению к поверхности памятников: камень, гранит и так далее. На балансе города 46 памятников и скульптурных композиций. Все помоют в ближайший месяц. Особое внимание к монументам, посвященным Победе. Их не только отмоют от зимней грязи, но и где-то подкрасят, где-то подремонтируют. Памятники, стелы, они находятся не только на открытых вот таких площадях, но и в парках. Они находятся возле общеобразовательных школ, у министерств, ведомств различных. И каждый, конечно, кто его содержит, на чем балансе он находится, конечно, проводит работу по тому, чтобы эти все сооружения выглядели достойно. Чтобы эффект от помывки сохранялся дольше, после водных процедур стеллы обрабатывают силиконовой пропиткой. Делается это вручную, чтобы не упустить ни одного миллиметра. Городские улицы чистят специальные поливальные машины. И не просто водой, а специальным составом. Большие оранжевые машины на улице Самарская готовы к работе. Теперь городские дороги будут мыть не просто струей воды, а шампунем. По словам производителя, средство универсальное. Им даже можно мыть полы, посуду, окна, зеркала, мебель и обивку. Отличие нашего шампуня от того, что применяется вообще в России и в мире, у нас нету ни красителей, ни отдушек. Это, можно сказать, моющее средство на основе натуральных павов, которое разлагается в течение полусуток после нанесения. Мы его можем вообще не смывать. Изобретение самарских химиков в разы дешевле шампуня, которым моют Москву. Стоимость 1 литра 95 рублей. В одну такую машину наливают всего 10 литров средства, остальное – вода. Концентрация позволяет получить высокую эффективность при низких затратах. В перспективе таким шампунем будут мыть все 700 самарских дорог. Проезжая часть становится чистой. Все те масла и зимние накопления, которые остались на проезжей части, они этим шампунем будут смыты. И проезжая часть будет чище. Чудо-шампунь сертифицирован и разрешен для использования даже в поликлиниках и детских садах, причем как снаружи, так и внутри помещений. Производители уверяют, он не вызывает аллергии и абсолютно безопасен. Комплексные уборки приступили в Кировском районе Самары. Покос травы, мойка дорог, уборка мусора из проезжей части. От запаха свежескошенной травы голова идет кругом, шутит опытный косильщик Николай Кадыков. В его руках триммер превращается в скоростной уничтожитель сорняков. Следом за ним проходят женщины и набивают мусорные мешки, которые потом вывозят на полигон. Косить, говорит Николай Александрович, не дрова рубить, тут технология нужна. Надо прижимать, чтобы трава короткая была, оставалась после косьбы. Если будешь поднимать, то, конечно, ровно не получится. Пока одни косят траву, другие моют дорогу, пылесосят и собирают грязь. Улица Свободы полностью освободилась от зимнего мусора. Мойка, за следом идет пылесос. Все это все, чтобы, как сказать, от пыли, от грязи все очищаем, комплексно все убирается. Газонами, с тротуарами, с прилотковой частью. Техники достаточно, как бы хватает. Поливалки, поливомоечные машины. Комплексная уборка улиц проходит не только на центральных и крупных дорожных артериях города, но и в небольших спальных районах. Каждую ночь на улицах города работает около сотни спецмашин. Пылесосят, чистят и моют. На контроле каждый сантиметр. Техника аккуратно проходит вдоль бордюров, очищая дорогу. Самарская, Вилоновская, Осипенко, Фрунзе. Скоро в порядок приведут треть городских улиц. Работа продолжается, ведем ее в активном темпе. Связано это с тем, что Небесная канцелярия нам преподнесла сюрпризы. Результат как бы на сегодняшний день налицо. Мы работаем во всех как бы районах города. Никакой район не является исключением.
Главная сложность при уборке – припаркованные автомобили. Они мешают спецтехнике очищать улицы. По поручению главы города особое внимание территории вдоль бордюров. Жителей просят отнестись с пониманием к работе служб благоустройства и не оставлять машины вдоль проезжей части вечером и ночью. Чтобы горожане заранее знали, где в ближайшее время пройдет уборка, выставляют информационные стенды. Разумеется, я это приветствую. Если я увижу такой знак, то парковаться в этом месте я не буду категорически. Сотрудники муниципального предприятия благоустройства также моют пешеходные ограждения, остановки, тротуары, убирают грязь с газонов. Один за другим кусочки плитки выстраиваются в ровные ряды на тротуаре на улице Максима Горького. Раньше здесь был асфальт. Теперь на участке до Красноармейской идет комплексный ремонт. Обновляют пешеходные дорожки, устанавливают новые бордюры. Приводят в порядок дорожное полотно и газоны. Гарантию подрядчик дает 5 лет. Работы идут точно по графику. Контроль на каждом этапе. Производится ежедневный контроль как по строительству объекта, так и по вывозу мусора. Вывоз мусора у нас осуществляется ежедневно подрядной организации. Кураторы выезжают на объекты, контролируют организацию работ и, соответственно, контроль качества за выполнением строительных работ. В этом году в Самаре комплексно благоустраивают 43 улицы. В порядок приводят почти 50 километров дорог и тротуаров. Обновляют проезжую часть, наносят дорожную разметку. Пока одни дороги ремонтируют, другие моют. В порядок приводят проспект Ленина. От грязи, пыли и мусора в центральных районах Самары очищено уже 80% улиц. Вывезено более 20 тысяч тонн отходов. Работы по благоустройству самарских улиц идут круглосуточно. Ночью, чтобы не мешать движению, на проезжую часть наносят дорожную разметку. Обновлять ее начали с 1 мая. На вооружении современные технологии. Вместо краски чаще используют термопластик. Этот материал более долговечен, чем краска. Минимальный срок эксплуатации его год. Температура, в общем, до плюс... по-моему, 60 градусов он выдерживает. Вот. У нас такой жары нет. И зимой, соответственно, он тоже не трескается. Сначала мы наносим предразметку для того, чтобы знать ограничения самой пешеходки. Вот. В дальнейшем мы наносим размеры между пешеходками. Вот. А потом уже наносим сам пластик в термо. Влажную погоду нельзя, как бы на сырую класть нельзя. Вот, поэтому всегда наносим в сухую погоду и летом. Работы выполнены уже на 20%, они продлятся все лето. А в преддверии Дня знаний обновят пешеходные переходы, приведут в порядок и территории около школ. Особое внимание и к благоустройству во дворах. В течение месяца самарцы активно наводили порядок, убирали мусор, высаживали цветы. Теперь самые отличившиеся получают подарки. Объединились и вышли на субботник, привели в порядок своими силами двор, в котором живут, отдыхают и гуляют с детьми. Жители дома номер 70 по улице Агибалова не рассчитывали на подарок, но активность сыграла им на руку. И вот заветный сертификат на установку системы видеонаблюдения. Это даже неожиданно, мы не старались специально этого делать. Мы еще в администрации железнодорожного района так пошутили, говорю, ну мы выйдем на субботник, вы нам хотя бы чернозем, тут газоны надо нам подправить. Сказали, да, сколько выйдете, столько ведер чернозем и дадим. А тут, получается, у нас такое счастье свалилось. Это уже второй двор, который получил сертификат. В каждом районе выбраны свои победители. И даже в условиях непростого бюджета средства будут выделены до конца года. Конкретно в этом дворе стоимость составит 4 миллиона рублей. Даже в условиях сложного бюджета мы такие деньги находим. Отдельно хочу сказать, что такие дворы попадают в программу создания комфортных условий, комфортной городской среды. Впервые, я уже много раз говорил, еще раз повторюсь, впервые государство обратило на это внимание на самом высоком уровне. И наша область получила вторые по объему деньги после Татарстана. Это опять же заслуга Николая Ивановича Меркушкина. Мы видим сегодня великолепное объединение людей. И люди понимают, что объединившись вместе, они могут достичь результата. И вот те результаты, которые достигнуты уже в нескольких районах города и врученные сертификаты, в том числе на установку видеонаблюдения, конечно же, это огромное поощрение.
Видеокамеры сделают дворы безопасными, информация на дисках будет храниться около месяца и лишь потом удалится. А как вы помогаете любимому городу стать еще лучше и комфортнее? Рассказывайте об этом в нашей группе «Самара. Чистый город» ВКонтакте. И вы, возможно, станете примером для тысяч горожан.